Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть в игру Lunar Tunes World of Mayhem. Ну что, я думаю, пора отправиться нам сразу на арену. Вау, золотой сундук. Ну-ка, давайте возьмем свинью еще. И, наверное, возьмем... Давайте возьмем Бернарда. Замечательно, по силе мы превосходим нашего врага. Надеюсь, победить сможем. Понеслась, как говорится. Ну что же, приступим с Бакс Банни. Почему бы и нет? Он нам не нужен здесь дубинкой. Опа! Замечательно, все вышло как нельзя хорошо. Получи вазаночкой. Что ты там загрустила? Эй, свинка, успокойся. Блин, курица, ну зачем ты тут начинаешь свою варево это делать? Никому оно не интересно и не нужно. Так, разбуянились, что-то я смотрю, они тут не на шутку. На-ка, курочка, получи тыковку. Готово. Ну и давайте начнем со свиньи, потому что... Сами уже прекрасно знаете, я уже повторять устал, что у Пенелопы... прирожденные у ворот. Так. Замечательно. Добьем, надеюсь, да? Да, он готов. И осталось только Пенелопа Крус у нас здесь, которая, в принципе, сейчас у нас получит. Вначале мы снизим ей атаку. А теперь будем прописывать плеточкой. Дубинкой. И вазанкой. Готово. Уносите ее отсюда. Три звезды, сундук. И у нас, кстати, там, по-моему, есть местечко, ведь так? Должно быть. Конечно же, есть. Так, давайте выставим охрану. Вот так вот будет самое то. Нужен конкретный материал. Выбери задание. Ага. Что же, давайте зададим тогда задание нашим героям. Фогран, иди исследуй лес. Элмор отправим на охоту. Шикарно. Что у нас тут, Сильвестр? Понаблюдай за птичками. Ну давай, понаблюдай. Бакс Банни отправится в Альбукерке. И еще мы можем задать одно задание. Это будет у нас... Да-да-да, пускай пишет автобиографию. Все, задание мы всем раздали. И теперь нам остается опять же идти на ринг и опять же драться с персонажами. Кстати, вот еще один золотой сундук, и он мне очень нравится. Слушайте, давайте, наверное, возьмем, попробуем, хотя... Ладно, оставим. Что-то как-то, блин, вот так мы сделаем, наверное. Да, вот так будет самое то. Я, в принципе, в коте-то, в Сильвестре не сомневаюсь, но слишком маленький у него левел. Поэтому мне пришлось его немножко сейчас в конце заменить. Слушайте, вот я хочу Бернарда вот именно в белом халате, потому что он управляет молниями. Но это просто вазанка и какой-то, ну, деревенщина, крестьянин одним словом. Так, что ты, что ты? Банни, успокойся. Ох, ничего себе, у него там тесак был. Готов огурец. Смотрите-ка, у меня аж прям... Сэм какой злой против зайца. Прям всеми фибрами души он его ненавидит. Ага, Гектор. Гектор выделывается. Томагавка мы получили, а мы подхил. Вот так вот. Что ты, Бакс Банни, радуешься? Ну-ка, получи-ка порку. Отлично. Снизим защиту и динамитиком угостим. Что ты такое лицо сделал? Оу, надеюсь, не добьет? Да ладно вам, успокойтесь вы, а? Нет, пока еще мы целы. И нам нужно как можно быстрее разбирать их всех, потому что... Не дай бог, сейчас что-нибудь сделают, и мой котик сляжет. Но здесь я уже более-менее спокоен.
ковбоя, ой, ковбоя, индейца мы разобрали. Даже одного сыма было достаточно, чтобы он подбил его. Это, конечно, для меня нежданчик какой-то. Ну что ж, давайте ставить наш сундучок в ячейку, в банк фермы его поставим. Вызовем охрану. Все, я спокоен. Но, как вы знаете, что это не факт. Мальчик-то по бегушках забираем. Это не факт, что мы придем с вами завтра или послезавтра, и сундуки у меня будут лежать и открыты. Их могут в любой момент стырить. Ну-ка, давайте-ка кому-нибудь с вами повысим левел. Может быть, это будет... Хотелось бы, наверное, Гектору или Сэму. Свинье можно было бы. Почему бы и нет? Давайте все-таки Гектору. Он у нас крепкий малый, будет еще крепче. 17-й левел. Слушайте, да, до 18-го-то точно хватит, а вот насчет 19-го под большим вопросом. Нет, не хватает, к сожалению. Даже если я все пробирки сюда спущу, ничего из этого не выйдет. Не хватит буквально немножечко. Ладно, соглашаемся. Ферма, коровий кремень. Ну, зато теперь он будет еще крепче у нас. Так, ежедневное задание. Мультяшки-милашки. И идем опять же с вами на ринг. Хотелось бы, конечно, еще один золотой сундук. Но тут, извините, смотрите, какие сильные ребята тут стоят. Кого выбрать-то? Может быть, вот этого? Нет, заменим. Ну, здесь... Оу, есть. За 3500 силы. Ну, вот так. Я думаю, самое то, да? Мне, кстати, очень понравился Сэм Ковбой. Или Сэм Бандит. Скорее всего, он ковбой у нас. Своими такими довольно мощными атаками. Ну что, псина, Бернард, получи и распишись. Эй, Индей Джо, успокойся, пожалуйста, а? Получи. Ну что, наверное, давайте-ка расстреляем. Готов. Ага, Бакс Банни, как всегда, пшикает всем в глаза своей хренотенью. Ну, мы тогда тыковкой его угостим. Я думаю, ему понравится. Оу, как это он всем понизил сразу же, а? Ты не припухли, Гектор? Сразу же всем он понизил атаку. Еще и тыквой мою свинью хочет угостить. Не тут-то было. Но он сам напросился, поэтому будем его разбирать. Ну-ка, Сэм, устрой-ка ему карнавальную ночку. Вот так. Шикарно. Снизили атаку им всем. И теперь уже будем просто разбирать. Никуда они уже от нас не денутся, голубчики. Да, просто расстреляем. И остался лишь только... Как его там, длинный коготь или длинная стрела? Да это и не важно. Все. Победа. Чистая победа. 3 звезды за нами. Это еще 3 билета. Ну, елки-палки, я уже думал опять что-нибудь заглючило, зависло. Ну, открывайся. Назначить. А его можно открыть, ребят, конечно же. За 30 самоцветов, почему бы и нет. Ну, лут не особо такой хороший, но тем не менее. В деле у нас, как говорится, пригодится все. Кого-то мы можем с вами здесь поднять. Это Койот, Фогорн и Дорожный Бегун. Ага, и Сэм еще у нас. Ну давайте повысим его в ранге, почему бы и нет. Поехала крыша. Получает 5 шанс критического удара.
Конечно, давайте делать. Ну, вот так. Замечательно. Поехали с вами дальше. Больше ничего пока сделать не можем. Идем сразу на ринг. У нас энергии еще пока хватает. 20 энергии есть. Да, довольно сильный соперник у меня. Слушайте, ну что, будем пробовать? Я думаю, что стоит посмотреть. Всего на 200 очков мы... Да что ж такое-то, а? Ошибка подбора. Видимо, то ли этот игрок вышел, то ли я не знаю. Ну, давайте, наверное, возьмем за 3000, скорее всего, да? Хотя тут за 2 есть. Давайте вот этого, наверное, за 2644. Попробуем сейчас бренько его нахлобучить. Забрать сундучок у него. Может быть, если получится, и успеем его вскрыть прямо здесь же, не отправляя его в ячейку. Особых атак. Кого? Давайте, наверное, так и будем делать. Опа, угостился. Ха, минус. Ну, получи. Так, давайте, наверное, динамитом его угостим. Почему бы и нет? Бум. Шикарно. Слушайте, если как-то вот можно было бы раскачать этот скилл, динамит, очень и очень неплохо он бы наносил урон. Да уж, конечно, размечтался. Фу, Фогран минус. Давай, пипет, тебе тоже пора туда отправляться. Ну, и этого расстреляем. Да, Сэм, ты меня радуешь. Довольно неплохие у тебя атаки. Вот Сэм, Гектор и Сильвестр Ковбой в данный момент у меня, по-моему, считаются одни из сильных персонажей. Ну-ка, 80. Назначаем. Где у меня? Вот они, мои персонажики. Я представляю, если раскачать им все звезды, все скиллы, там, наверное, такие будут новые анимации. Ну, я надеюсь, мы с вами до этого доберемся и все с вами увидим. У нас еще персонажей-то, знаете, сколько открывать? Целую кучу. Еще даже целая карта не открыта. Ого, 9000. Вы представляете, там был персонаж с 9000 силы. Для меня это пока заоблачно как-то. Ну что, можно, наверное, в принципе, рискнуть. На 1000 мы его сильнее. Даже можно автобой сделать, попробовать. Хотя... Давайте пока так. Тут слишком какая-то серьезная компашка собралась. Не хочу просто лишний раз рисковать. Ну что, давай вазаночка, чем мы стоим, Бернард? Так, тут у него, кстати, тоже Сэм есть. Только у него Сэм фермер, а у меня-то нет. Ага, смотрите, я яростник. Яростный ненавистник котов. Слушайте, гарантированный критический выстрел. Вот это мне не нравится. Давайте тогда, наверное, быстрее его ликвидировать. Наблюдатель за птичками. Бойскаут. Ну что же, минус Сэм. И добиваем этого кота. Все, осталось только лишь Пенелопочка у нас. Бедненькая ты моя. Как мне тебе жалко. Видели, да? 10% уклонения у нее. Оп, и мимо. Ну, нет, не мимо. Так, началось вот это вот уклонение, да? Все, да уклонялось свое. Наша победа. Ну, а сундук, по ходу дела, нам придется с вами выбросить. Потому что для него уже не хватает места. Как бы это... Подожди-ка, открыть. Хм, нет, не могу я его открыть. Жаль.
Очень жаль. И здесь мне тоже ничего невозможно пока открыть. 5 часов минимум. Каждый сундук будет открываться. Опачки. Ну-ка глянем, глянем обязательно. Так, дорожный бегун и койот. Ну давайте койота глянем. Раскрашенный поезд. Особая атака наносит тяжелый урон случайному врагу. Вот оно как. Случайному. Это значит, что он выбирает его сам. Ну, до 5 дотянем, нет? Да, 5-й левел, всего лишь 5-й левел. Зато сила, да, 601, 670 уже стало. Ладушки, это меня устраивает. Смелее в бой. Самоцветов у нас 90 штук. Ну и мы приступаем крутить рулетку. Естественно, возьмем пустыню. И поехали. Нифига, у нас 18 билетов накопилось. Порки шериф. Замечательно. Ага, Сэм. Сэмчик, это хорошо, тоже пригодится нам. Опять Сэм. Да, правда, нам копить очень долго придется, но тем не менее, он довольно крепкий и сильный персонаж. Ага, койот опять. Валли. Скоро мы можем его прапать. Опять Сэмыч. Кому-нибудь новенького сегодня мы получим или нет? Или хотя бы улучшить кому-нибудь рейтинг? Или уровень поднять? Койот. Ну что же, в принципе, до койота... Оу, еще. Мы можем добраться довольно легко. Еще 10 карточек на него. И он получит ранг. Кстати, у него сейчас сколько? По-моему, 3. 3 звезды. Это будет у меня первый персонаж с 4 звездами. Которого я всегда считал лохмандеем, потому что у него очень мало хп и какой-то он вялый. Вы сами прекрасно видели по предыдущим выпускам, как я его разбираю в других компаниях. Ну что, опять Сэм. Замечательно. И осталось у нас еще 2 вращения. Смотрите-ка, Сэм так и норовится выйти в лидер по карточкам. И... Сильвестр Острый Коготь. Нет, больше ничего покупать не хочу. Мы открыли билетики. Ежедневочку. Часть за частью крутится, вертится. И продолжаем с вами дальше. Ринг. У нас пока есть еще 14 энергии, еще надо ее всю потратить. Выставляем ребят. Так, и свинью. Вот такой командочкой я, наверное, сейчас в последнее время и буду воевать. Хотя, если у меня койот буквально через несколько там серий получит ранг 4, то я думаю, что есть смысл его прокачивать. Причем капитально. Так, что-то мне не нравится этот автобой. Дайте-ка я лучше сам поуправляю, а то он сейчас тут мне нагородит, я чувствую. Да-да-да-да, пипе. Именно ты тут везде нафунякал. Бернард, тебе посылка. Так, не буянь. Подхил он делает, а? Ты посмотри. Ну и мы тогда тоже. Добьем, нет? Добили. Ну что же, давайте, наверное, так вот сделаем. И динамитик. Даффи там у меня на свинью бычит, а? Олу. Ты на кого батон крошишь? Уточка в дудочках. Ну давайте пипе тогда начнем. У него поменьше хп. Ух, на один удар бы хватило. Свинья против свиньи. Сэм, ты откуда сейчас только что стрелял? С пальчиков, да? Прорисовка стволов куда-то у тебя делась. Вдруг, нежданно, негаданно.
Да, жаль, ребята, хотя посмотрим, может быть, мы его откроем. 90, отлично, все получилось, кристаллы у нас были. Деньги, опыт, катушка, магнит. Оу, какое-то новенькое, песочек. Какой-то магический, по всей видимости. Ну что же, давайте сразу туда чередой. И это, ребята, у нас будет последний, видимо, бой, потому что энергии совсем-совсем мало. 9 штук у нас осталось, а нужно 5 энергии на один бой. Вот так вот. Ну, хотя, если мы будем тут долго где-то возюкаться, то нам вполне хватит и на 2 боя. Давайте-ка начнем с этого, потому что вы прекрасно знаете, что Сильвестр Ковбой именно силен за счет своего быка этого. Бум. Подбросил, да, маленький камушек называется. Ну, здрасте, приехали. Сэм, ты не припухли, а? Уж в ответку. Что ты? Вот так. Черт подери, а. Я хотел, думал, вначале индейца, но передумал, потому что непредсказуемо здесь все. А сейчас уже я расслабился, потому что с этими ребятами мы с вами расправимся. И прыжки твои не помогут здесь, индейец. Видишь, как плеточка бомбит у меня. И остался лишь только здесь Сэм. Сейчас мы его по-бренькому накумарим. Снизим ему атаку. И добили. Добили? Да, конечно же. 3 звезды. Ничто не может так радовать, как 3 звезды за прохождение уровня. А вот этот уже, да, этот уже никуда, придется нам с вами его аннулировать. Все ячейки абсолютно заняты. Ну и самоцветов нету, чтобы можно было бы его прямо здесь открыть. Как-нибудь перебьемся и без них. Ну что, пойдемте еще крутанем рулетку. Да, вылетел я, к сожалению. И вот сейчас мы будем крутить рулетку. Понеслась. 6 вращений у нас есть, это хорошо. Койот Валли, да? Ну что же, еще 5 карточек на тебя, братишка. И ты действительно будешь у меня самым звездным персонажем. Ух ты, бабуля. 100 нужно, чтобы бабулю открыть. А купить? Так, дорожный бегун. Оу, дорожный бегун тоже повышает ранг. И порки шериф. Все, билетики у меня закончились. И можно, естественно, сейчас заберем здесь мультюнинг. Собери части мультяшек. Ну, вроде бы как собрали. Давайте мы кого-нибудь уже усилим. И это будет у нас... Погодите, а кто у нас тут? Дорожный бегун? Да. Повышаем его в ранге. 2 звезды. Довольный, бегает здесь. Так, уровень. Ну что же, 3 уровень будет у него. Ладно, сгодится. Эх, жалко, конечно, больше никого не можем. А так хотелось бы, а? За какой сундук поборемся? Черт, что они все такие здоровые-то, а? Все слишком крупные. 4700, 5000, 5800. Это уж больно дофига. Потянем, нет? Попробовать можно. Хотя я уже предчувствую, что я это зря сделал. Ключ к победе. Сбалансированная команда. Погоди-ка, как-то так? У меня еще, блин, прогрузка шла. Они здесь уже меня разбирают. Ну, а это что такое? Что это новенькое? Ага. Как помните, да? Хей, док! И начинает там что-нибудь прикалываться.
Слушайте, по-моему, я здесь, наверное, проиграю. Что-то как-то больно жестко началось все. Ну что ты смотришь? Сильвестр получил. Давайте, наверное, снизим атаку. Фогр, ну успокойся, блин. Ай. Сейчас кого-нибудь добьют. Бакс Банни тут с своим подарком еще. Как вовремя, да. Кошара, по-моему, у меня сейчас погибнет. Мой бедный Сильвестр. Все, накрыло его медным тазом. Ну ничего, Сильвестр, я надеюсь, у меня получится за тебя отомстить. Так, Бакс Банни выделывается. Да, теперь нам бить только Фогарна придется. Вот так вот вам подарочек от Сэма. Ну что, хотелось бы верить, что эта тыква сделает. Нет, не сделает его. Черт подери. Так, давайте подхил делать. И... тем не менее, уже хоть что-то. Опять Сэма у меня стреляет из пальцев. Снижение атаки. Хотя, в принципе, я уже на расслаблении, ребят. Потому что, смотрите, настрой... Да ладно тебе, ты успокойся своим сундуком этим. Ну, остался только лишь Бакс Банни. 20% шанс крит удара. Все, да ну нафиг, да. Смотри, опять он подкоп делает. Эй, док! Огрел. Паршивец. Ну что же, получаем с вами. А, две звезды. Совсем забыл, что кота у меня подбили. И продолжаем. Я думаю, что пора бы нам крутануть рулеточку и посмотреть, что выпадет. Хотя всего два билетика, но тем не менее серия уже, как говорится, подходит к концу. Поэтому выбора у нас особого нету. Давайте глянем. Понеслась. И... вау, дорожный бегун. Что ж, неплохо. И... койот, койот, ребята, он у меня получает повышение. И вы не представляете. Он получает у меня сейчас, наверное, 4 звезды, если я не ошибаюсь. Да, я его повышаю в ранге. 4 звезды. Это самый звездный персонаж у меня в данный момент. Шикарно. Ну, а на этой хорошей, замечательной ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже в следующих выпусках. Всем пока!